Еще не парадом, но его репетицией командует генерал-майор Александр Лапин. Опыта ему не занимать, знает все до мелочей. Поэтому то, как он наставляет рядовых, напоминает отточенную актерскую работу. Станиславский бы поверил. Голова как была приподнята, таким образом испровождается взглядом, глазами, а подбородок приподнятый. Первая репетиция проходит без военной техники, только генеральские «Волги». Но и рапорта никто не отдает, а потому между раскатами встречного марша повисает тишина. Первые репетиции в армии начинаются еще в конце февраля. Сначала индивидуальные тренировки, потом в составе шеренг и уже потом строевых коробок. На этой репетиции нужно свести воедино подразделения внутренних войск, Академии МВД и представители МЧС. Немногословные военные явно не готовились к общению с журналистами. И тяжеловато им приходится под градом вопросов. Сложно, ни в чем. Жарко. Так все хорошо. Вот скажи, винтовку у тебя насколько тяжелая, как тяжело ее держать? Да уже легко стало. Уже привык, нормально. Как головной убор не спадает? Да нет, все по размеру. Кроме этой, запланированы еще 4 репетиции военных. 2 из них здесь же, на Нижневолжской набережной, еще 2 на площади Минина, где традиционно пройдет парад 9 мая. К прогонам на главной площади города подключат боевую технику. Александр Быков, Алексей Александров, Сергей Таиров, Объективно, ННТВ.